Так. Собственно, кто не верит. Смертей ноль, окей? Не считаются челленджи эти дегенератские. По факту... А, Bloody Mary это закрыто. Я же бета не открыл. Блять. Ладно, тогда понг пройдем, и что-нибудь-то еще пройдем в обычном режиме. Ладно, еще один забег. Бета не дэш не открыл, у меня же файл-то странный же. Так, ну это на... Это псевдочил. Это псевдочил. Давай, давай мне... Химитомес. О, здесь меня химитомес не убьет, подожди, я троллю. Это не ебаный ультрахард, это нормальный челлендж, господи. Не для... У ебанов челлендж. Нормальный. Тут можно играть. Так, нормальный... Человек, все. Ну нормально. Так. Так, куда мы пойдем после этого забега, кстати? А, ты можешь как раз бетани... Бля, надо было сейчас бетани идти открывать, наверное, до понга. Ладно. Видимо, Bloody Mary все равно уже будут они сегодня. Тут это сильно долгий стрим уже будет. Так, уже сейчас ночью скоро. Можно пойти реально тогда до матери лазарем. Стоп. А мы же до матери все еще не можем идти, правда же? Я же все еще Хаша три раза не убил. Да? По-моему, да. До сих пор же я не убил Хаша трижды. Да, я убил его два раза. Господи, мать все еще не открыта, охуеть. Как странно, когда ты не спидранишь. Тогда можно просто весел пойти открыть. И бета не пришлось, но бета не открывать. И мне вроде весел тоже нужен. И причем я тогда не пойду наверх, потому что там анлок говна. Я не хочу открывать лохмотья даже на таком файле. Потому что так решил Сантерил. Так, дайте. Не убилась. Ты никак же, да? Надо... Или, блин, может, будет две слезы надо падать? Может быть. Да! Кстати, реально оно. Experimental pill. А если я заберу книжку на защиту. Да господи, сколько скорость там можно мне всирать, зачем? Прекратите. А, правда, мне теперь, по-моему, вообще он как-то хуево стреляет. Он, правда, порой просто теперь, по-моему, не стреляет. По ощущениям. Или кажется. Непонятно. Привет, паразит. Да, как будто стало еще хуже стрелять теперь из-за этого. Да, может, того, конечно, не стоило. Или кажется. Не, как будто он реально стал вообще хуево светить, пиздец. Да. Походу, это хуета вообще там. Это челлендж. Он как будто просто игнорит мою атаку вообще порой. Да, либо я уже точно уже нахуй ж. Шизнул после ультрахарда сегодня. Уже понять не могу. В чем точно дело.
Дерьмо, сделка. Сбить в теории, наверное, ее можно, но хотя... У меня уже два синих есть, уже сбивать неохота вроде. Или мне не нужен весел? Я все думаю, не нужен весел. Может, мне весел не так сильно нужен. Или мне весел может быть нужен, по сути. Только на ласте, да, наверное, в основном. На обычном ласте. Больше особо нигде. Ну прям очень сильно, чтобы был нужен. Как правило. Может, просто забить пока нахер. Это просто потом уже идти на Айзека. На лазаре и там уже пройти. Точно все на них щука, это отдельно идти на хаша, блин. Только ради весела. Терза бесполезная. А, может быть из-за этого, да. Может быть из-за этого. Просто порой он вроде стреляет все равно одно СИЗО, я вот нихуя не понимаю. А, или он типа с дилеем это делает. Окей. Okay. Короче, это плохо. Не надо брать эти айдропы никогда в этом челлендже, я так полагаю. Все-таки это плохо. Цемент игнорит трактор бим. Не помню. Редкая синергия. Понадеюсь. Сработало. Надо же. Надо же. Представил. Мы ультрахард прошли. Если уже, в принципе, заканчиваем на сегодня. Наверное, скоро. А как какать? Нихера не стреляет. Не стреляет, господи, блять. Ебаная дроп. Хотя, может, у него такой есть тирейт? Я просто больше не помню, как у него тирейт. В принципе, 0-2 это довольно мало. В общем, такое есть порой. Я думал, я уже выстрелю, я нихуя не выстрелил. Это было красиво. Это было красиво. Перекрестный огонь. Так. 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 Не. Пам. Нет, лучше всего один. Тут же этого рум нет, да? Не, нет. Бля, это был заряженный ключ. Где вам гачимик слышится, мистер Прейс? Не то. Думал, ноги починю. Блять, я опять охуенно поставил бомбу. Сидеть, серьезно.
Нет, стрим был анонс в Дискорде. Вовсе не секретный стрим. Сработало. Вау! Нормально. Да, прошли. С третьей попытки. Хоть не с пятой. Счет чего? Грипп и пикак. Ну и в принципе плацебо на самом деле в каком-то плане. Плацебо и там Б3 был. Что же, конечно, помогло. Безусловно. Может, челленджи игра не учитывает как смерть. Поэтому я их тоже только учитываю побочно. Потому что они кусок говна в любом случае. Вперед сам. Я не думаю, что это был триплшотный. Глазам уже плохо, похоже. Смерть ультрахард дважды. О, 5 человек с годхадом, походу. Так проще им играть. А, у него еще и магнит, боже мой. Страх какой. Наверное, это прикольно, хотя не знаю, сильно ли это бафнет, конечно, меня. Ну, может быть и да. Еще какая-нибудь была бы самонаводка, было бы вообще хорошо. Рафант, маппинг. Лень ждать столько этажей еще. Может, что-нибудь другое еще найду потом. Какое-нибудь копье. Было бы кайф. Да куда ж ты улетаешь-то, боже мой. Последнее. Еще один, где ты? Где ты? Ушел. Обалдеть. What the fuck? What the fuck? Это еще жестко было. Как ее болтает. Страшно. Привет, Шварц.
Свистопляска. Пинка. Ну. Через плюс смерти в деликах и челленджах, потому что они игрой не учитываются. Да, ультрахарды были. Куда же без них? Убить его. Такой челлендж унылый. Он вроде легкий, он такой, сука, раздражающий, унылый. Пион? Нет, там был этот колобок же был. Чемпионский, нет? Король. Типа это из-за него падали батарейки. Просто он может даже турельки делать, как будто чемпионскими. Турбом. Это полуфейк. То. Ладно. Красиво. Привет, Джеки. Это же... Цена все-таки законченная. С Блоди Мэри не пройдем. Потому что она не открыта. Так что можно заканчивать с Апонга. Что-то это очень нахуй долго будет сегодня. Забег нормальный, там еще на час может уйти запросто. То в воскресенье продолжим. А то и в понедельник. О, еще маппинг. Значит, умер два раза в челлендже. Совместил. А, сделки нет. Понимаю. А сделки-то и нету нихуя.
Печально, чё. Видимо, без сделки пойдем. О. Боевик полезный. Эта карта еще не открыт. К сожалению. Или к счастью, но его еще нету. До него еще очень далеко идти. Даже постера нету. Счастье. Это хард бывает неплох. Иногда. Опять же, в целом кэшо нахуй не нужен, потому что на всякие кринж-файты ты его брать не захочешь. Но он бывает неплох, когда тебе надо просто дойти до лэмба или до синего. Это очень неплохой нынче айтем. По-моему, это было плохо. По-моему, это было плохо, когда последний раз я это брал. Я не помню, я, наверное, не хочу опять это проверять на себя. Как будто это было что-то не очень хорошее. С чем-то путаю. Серьезно? Пизда унылые. Тут типа умереть почти невозможно, но он настолько нахуй раздражающий. Свою тотальную просто унылость все. Он не чуловый, он сука раздражающий, именно потому что ты тупо не можешь атаковать по полминуты. Это вообще не чил, это кал. Просто типа он хотя бы не угрожающий в плане смерти, поэтому все равно приятно. Хоть тут умирать явно не надо. Но особо не почилишь в таком челлендже. Тупо такой терпильный челлендж. Тут терпеть надо. Терпеть я не люблю. Это мне особо челлендж нравится. Я хочу уйти отсюда. Мне кажется, я эту комнату буду полдня проходить. А того не стоит. Это, по-моему, тоже того не стоит. Хотя неплохо тренька работает. Я думал, она хуже прокает. Она пока еще, по-моему, ни разу меня не подвела. На удивление. Думал, она будет все-таки местами не успевать. А, охуеть. Прискорбно. Прискорбненько. Бомбу отдали. Обратно. Блин. Я поздно понял, что там хп упало. Слишком поздно. Ну ладно, у меня хп много, вроде. Думаю, все нормально. Подставил. Чемпион смертельный. Кайф. Стреляй, хуета терпильная. Давай стреляй.
Но. Куда? Ультрахард. Да пофиг на. Соблезно. Я говорю, мне похуй в этом файле на все. К чему соблезновать? Чё? А на глаза не работает, да, этот ринка? Ну вот видите. Зачем я говорю, на него нихуй, блядь, ты будешь нахуй рассчитывать. Опасно. Она вообще нахуй не сработала в этот раз. А сейчас сработала. Может быть, типа на лазера она типа не работает. Только на слезы, может, работает. Странный параш, конечно, в таком случае. Ну, возможно. Кстати, может, на Бриме тоже, кстати, тогда не работает, вполне вероятно. Могу такое смело предположить, что с Бриме та же история будет. Это же просто в сраку ебут. Полчаса на этот говночеллендж, охуеть. Как долго. Благо один раз сделать и забыть. Нету заряда книжки, блядь, не надо меня трахать в этой комнате, блядь, как отсюда выйти, блядь. Там не троллят. Ну-ка. Неудобная комната. Ну-ка. Надо бомбу тратить. Мне больше не пригодятся. А, ну это было тоже предсказуемо. Собираем тупики вообще все, что только можно найти. Ну где-то рядом. Где-то явно рядом. Не! А, окей. Спасибо. Этот год, кайф. Блять. Как-то должен, он просто меня затормозил нахуй и тут же еще атаку захуярил. Еще и с такой скоростью. Просто, по-моему, на выдвал параша. Да, кстати, скорость опять я ни разу таки не нашел, кстати, что забавно. Две таблетки съел, и все. И ноль скорости за весь ран. Прям уже по классике идем. Так, чем я сейчас хп остается, погоди. Вроде умереть нельзя, но вроде я прям пытаюсь тут нахуй подохнуть в этом челлендже. Прям пытаюсь. Изо всех сил. Да, скорость просто нахуй трагическая в пизду. Пиздец, вы нахуй животные ебаные, блять.
Один хуесос стреляет, блядь, улетая, вторая хуета летает и не хочет, блядь, съебывать. Я на понге как бы не хотел умирать, вроде как. Вроде не входило в мой план сегодня. Честно говоря. Типа в ультрахарде, да ладно, тут-то умирать будет стыдно. Сейчас, по идее, покормят. Покормят. Так, сейчас будет 4 айтема. Раз, два, три, 4. Бля, я не помню, шуп это... 100 дэмэдж или нет? По-моему, да. По-моему, 100 дэмэдж. Так что я думаю, он стоит того. Того наверняка стоит. Да. Это 100 дамага, окей. Тогда это очень даже хорошо. Просто какой-то хуёвый телепорт опять. Или нормальный телепорт. Эй-би-би! А? Ну, окей. Найс. Драй-би-би! Ещё раз, господи, как он хуярит-то. Как же он фигашит. Блин, шёпот-то прям вовремя пришел. И бытовой телепорт говна пиздец просто. Кусок нахуй. Опять куда-то в пизду улетел. Опять телепорт в какой-то анал. Здесь это здесь, наверное. Шуп. Шуп да вуп. Легенда понга, просто легенда. Опять, бля, тут нету заряда. Печально, печально. Бля, он прыгнул. Собака. Да ты собака, умри, господи. Опа. Конец-то, блядь. Успокойся, малой. Это был легкий босс, она может боже поставить. Ага, застрял. Урод розовый. Вот, блядь, и нечего тут бегать. Нехуй тут бегать. Скотина розовая. Пошел. Нахер. Это будет ваншот или нет? Вопрос. По-моему, нет. О! Мы не умрем. Окей. Закончили со стилем, по крайней мере. Ладно, хорошо. Гам.